Третья, еще две осталось. Предпоследнее готово. Полезная вещь. Отличная находка.
Это снова Сэм. All done. Ловушки заряжены. You are welcome. Коржа завалил! Ну, сука, сейчас ты мне за корешка моего ответишь! Идите и возьмите! Интересно, кто за этих клоунов мстить будет? Сейчас ты мне за корешка моего ответишь. Идите и возьмите! Интересно, кто за этих клоунов мстить будет? Thank you.
Надо побольше аптечек носить. Yes!
Процветали же, потому что друг друга держались. И все, что нужно было, дальше друг друга держаться. Вот просто семье своей не подсирать. Так нет же. Ему нужно было. Нужно. Козел. Предатель. Брата кинуть задумал. Родного брата. Все и рухнуло. Из-за него. Да. Ты кто? Тебя этот прислал, да? Брат мой, так называемый. По-мирному не получилось, так он киллера прислал. Я не киллер. Да? Ну, извини. Я что-то нервный стал. Это из-за брата моего. От него всего можно ожидать. Это я из-за него на помойке этой прячусь. В шее переростков жру. Молчать, тварь поганая! На жаркое не терпится! Фу. Такая же дрянь мразотная, как брат мой. Он автосалон мой отжать хочет. Мою долю, в смысле. Автосалон? Автодом права руля братьев Кувшиновых. Не слыхал? Не здешний, что ли? Нас тут все знают. Мы японцев с пробегом продавали. Лучшие качества. С нуля бизнес построили, вопреки всему. И только поднялись, этот козел меня кинуть решил. Прихожу с утра, а охрана уже новая, меня не пускает. Было ваше, стало наше. Брат называется. Правильно мне Анжелка, бухгалтерша наша, говорила. Нельзя было ему доверять. Вот все и рухнуло из-за него. Но война... Да насрать на войну! Меня брат родной кинул, понимаешь? Но у меня план есть. Надо в автосалон пробраться. Из сейфа документы забрать и мне принести. Тогда я ему покажу. Да. Ты не подумай, я его нищим не оставлю. Брат все-таки. Я не он. Но зубы его ядовитые вырву. Поможешь мне, а? Нужно у этого гада, брата моего, его часть кода от сейфа узнать. Мы каждый только половину знали, чтобы показать, что все наше общее. Понтовались так. Дураком я был. Код целиком только Анжелка знала. Узнай его половину кода, открой сейф и мне документы принеси. Поможешь? Да. Смотри. Моя половина кода. 1, 2, 3, 4. А, неважно. Давай, мужик, я тебя тут ждать буду. Вместе мы ему покажем. Покажем. Теперь посмотрим. Теперь салон мой будет. Только мой. Ну что, нашел документы? А? Не нашел? Чтобы он понял, что бывает, если родного брата кидать. Да. Предатель, подлец. Сволочь какая! Понаписывал пакостей кругом. Будешь теперь знать, да, будешь знать. Теперь бандитов нет. Двигаем дальше.
Не спеши. Разговор есть. А тут как раз место хорошее, без лишних ушей. Ого. Чего мне сейчас претензии выкатят? Что не так-то? Все так. Мы с мужиками к тебе приглядели. Ты парень с головой, толковый. Нам такие нужны. Только ты у нас недавно, много еще не знаешь. Вот и решили с тобой поговорить. Чисто тему подкинуть, ну подумать. А! Ты как? Ты, блин, кто? Сэм, с Томом работаю. А, точно, я тебя видел. А, это ты, американ второй наш. Говорили, что ты где-то рядом. Ну, ты подходи. Покажем, что тут как. Мы же разведчики все-таки. Так, первое, что учти, тут неподалеку крылан бродит. Мы его не видели, слышали только. Судя по звукам, здоровый падла. И злой как черт. Подранок, похоже. Понял. Учту. Дальше. Тебе куда нужно-то? Пожарная часть. Ее отсюда видно. Красное здание с башней. Метров 500 по прямой. Ага. Только по прямой не получится. Вроде близко. А так просто не добраться. Да, в руинах по прямой не ходят. Смотри, вот этот, недострой довоенный. Тебе через него идти нужно. На верхнее болото, где твоя пожарка стоит. Другой дороги нет сейчас, только так. Только сейчас там банда одна обосновалась. Они раньше с работорговли гешефт имели, а сейчас новая мода пошла. Уродов сутулых ловят, представляешь? Кому эта дрянь понадобилась? Мы с ними на ножах давненько уже. Да и вообще, чужих они не любят. Будь уверен, как тебя увидят, сразу палить начнут, без предупреждений. Так что постарайся, чтобы не увидели. Понял. Спасибо. Что еще у нас тут интересного? Ага, вот сюда еще глянь. Вон там, на островке, зданица двухэтажное такое, с башенкой. Мусарня до войны была. Там теперь другие козлы засели. Полные беспредельщики. Сейчас сутулых ловят, как остальные. В наших краях это теперь первейший бизнес. Да, перевалочный пункт там у них, кажись. И склад. Барахло интересное, небось, есть. А на этом островке, говорят, где-то есть тайник старый. Пару лет назад явилась сюда бригада такая. Борзота и отморозки. Но дело знали, не поспоришь. На счетчик ставили банды, кто залупался, ночью приходили. И всех под корень. Подготовка у гадов была, спецназ. Ну и барахло, как в кино. Броники, пушки, ночное видение у каждого. Короче, шуму наделали. Людей всего ничего, а здоровый кусок руин под себя подмяли. Ну, тут другие бригады прикинули, к чему идет, и сообща козлов покрошили. Тайники только и остались их знаком помеченные. Череп в ПНВшке. Если такое увидишь, обращай внимание. Зачем? Наверняка все уже растащили. Не скажи. Этим типчикам понты реально дороже денег были. У них что ни тайник, то загадка. Мол, избранные поймут, а быдло типа нас пролетает. Мужики пару раз тайные кнопки находили, чтоб там открыть. Но это случайно. В чем принцип, так и не поняли. Может, тебе повезет. Американским глазом окинешь ситуацию и опа! Интересно. Ты за уродов не сказал. А, ну и да. На острове, где тайник, осторожнее будь. Сутулые там здоровые плодятся. Не знаю, чего так, да и не суть. Но такие крепкие твари в цене. Так что ловцы это логово не зачищают. Одного-двух сутулых отловят иногда, а остальные на развод остаются. Ясно. В общем, вот так тут все. Сказано в твое дело не вмешиваться, но если что, оказывать содействие. Что знаем, показали, так что содействие оказано. Thanks, guys. Удачи. Бывай.
И эту дверь мне открыть. Спасибо, Том. Вот это да. Thank you.
Красота!
dumb beast.